Третий межрегиональный фестиваль выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Шкатулка самоцветов» продлится до 16 января. Об этом попросили жители Сыктывкара. На экспозициях в Доме дружбы народов республики представлены более 200 работ мастеров из Коми. В «Шкатулку самоцветов» заглянула и Анастасия Тюрмина. Это не лоскутное одеяло, а настоящее панно. На этом есть даже главные герои – женщина и мужчина в коми-костюмах. Выполнена работа в технике крейзи с использованием объемной аппликации, вышивки, ручной стежки. Плетение из корня, обработка бересты и дерева, лозоплетение, ткачество, искусство керамики. В шкатулке самоцветов собраны почти все виды прикладного искусства коми. Свои творческие работы показал и мастер из Сыктывкара Галина Михайловна Исупова. Она, кстати, у нас и стала главным призером. Она получила у нас гран-при и главный приз, так скажем. И вот представляем ее работы, вот ее замечательные работы, это дорожки домотканые. Она в своей работе сохранила и традиции по ткачеству, и внесла такие новые формы, инновации. Это работы Светланы Агеевой. Мастер увлекается росписью по дереву в пижемском и мезенском стиле. Первый известен еще с 17 века. Росписью народные художники украшали предметы быта, фасады и интерьер изб. Такие дизайнерские решения сейчас вновь популярны в Коми. Очень любят люди предметы быта, именно деревянные. И, ну, она яркая, красивая, в то же время и ажурная такая. И тоже вот немножко сейчас такие тенденции идет, дизайн такой в двух-трех цветах. И, видимо, тоже люди обращают на это внимание. Эта выставка в Коми проходит третий раз и всегда радует количеством участников и их работами. Среди рукодельников не только признанные мастера своего дела, но и школьники. Основная цель, конечно, это популяризация именно традиций, культуры в республике Коми, да, которая у нас, в принципе, в любой творческой работе представлена. Также повышение уровня мастеров, художников, любителей. Ну и, конечно же, презентация этих замечательных творческих работ. И, так скажем, экспозиция для представления для жителей города Сыктывкара, ну и в республике в целом. В начале нового года организаторы «Шкатулки самоцветов» планируют закрыть ее, но делятся небольшим секретом. В Доме дружбы народов сразу же откроется новая выставка «Шляпный бум». Это будет фестиваль головных уборов всех народов, проживающих в Коми. Анастасия Тюрина, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».